Боголюбов – признанный мастер жанра марины в русской живописи второй половины XIX века. Офицер российского военного флота. В 1850 году он поступил вольнослушателем в Императорскую академию художеств, где учился у профессора пейзажной живописи Максима Воробьева. В 1853 году Боголюбов был удостоен большой золотой медали и звания классного художника первой степени за картины, представлявшие виды морского побережья у Петербурга и Ревеля. В следующем году художник был направлен как пенсионер Академии в заграничную командировку совершенствовать свое мастерство живописца. «Взморье» – один из натурных этюдов, написанных Боголюбовым на Прибалтийском побережье, где он постоянно работал во время подготовки к конкурсу на золотую медаль и вплоть до своего отъезда за границу. Размышляя над сюжетом, который должен был лечь в основу конкурсной картины, Боголюбов решил, что главным элементом видов должны стать корабли и море. Эти мотивы органично объединили в его творчестве опыт моряка и художника. Этюд на бумаге масляными красками, вероятно, был исполнен за один сеанс. Свободная эскизная живопись призвана передать изменчивость световоздушной среды, эффект движения волн, набегающих на берег и плывущих по вечернему небу облаков, озаренных лучами заходящего солнца. Живописный и образный строй произведения отражает увлечение молодого художника романтическими настроениями, характерными для пейзажной живописи 1840-х. 1850-х годов. Боголюбов находился в это время под обаянием эффектной манеры прославленного мариниста Ивана Айвазовского и следовал его системе, то есть работал быстро и сразу над всем полотном. И вместе с тем в этюде ощутимо присущее Боголюбову стремление к правдивой передаче увиденного. Немногими уверенными и точными мазками он пишет парусник, который прибило к берегу волной. Художник по праву гордился своим умением достоверно изображать корабли, строение и оснастку которых он знал досконально.